Необходно памятать и ушановывать память об тех, кто вызвали в наш свет от коричневой чумы. Такую думку огучил министр внутренних справ Беларуси Иван Кубраков подчас сегодняшнего визита в Светлогорский район. Напередодні дня ушанування ахвяр Великої Чинної війни у агроградку «Хутор» пройшов мітинг-реквієм. Для помніка журботної маті собралися представники Міністерства внутрішніх справ і структур відомства з усіх областей. З бронзи адлітая фігура скам'яніла від гора жанчини маці під спаленою яблуней. На гэтым місці 14 червня 1943 года фашисти спалили і розстріляли каля 100 мирних жыхароў. У основному гэта були жанчини і діти. Самое главное, мы должны сказать спасибо тем людям, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Ведь они отдали за то, чтобы мы сегодня жили с вами под мирным небом, самое дорогое – это свою жизнь. Многие на сегодняшний день, к сожалению, этого не понимают и забывают. Особенно молодежь, которая появилась на свет уже в годы, когда на земле был мир и порядок, стабильность, они просто не могут представить, что такое могло быть. Что могли просто взять и уничтожить людей. Ни за что. Убивать маленьких детей, сжигать деревни, города. И мы сегодня с вами должны об этом рассказывать, потому что нас, ну, кто немножко постарше, воспитывали именно в духе патриотизма. И мы это сегодня должны передавать самое главное молодому поколению. Мемориал «Журботная мать» открытый 30 червня 1984 года. У 2017-м по инициативе Гомельского областного управления Департамента выполнения покарания УМУС организованный доброохотный сбор сродков для доброупорядкования мемориала. Праз год его реконструировала подшефная организация.